Аузу биллахи минаш шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствую вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и хочу принести вам свои соболезнования в связи с гибелью госпожи Фатимы Захры, саламу аллахи алейха. В связи с этим событием мы множество передач ведем на эту тему, и вновь для этого вопроса мы пригласим нашу студию уважаемого ходжат лисан валь муслимин шейх Курбана. Ассаламу алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемый шейх Курбан, на последней передаче вы как раз таки, не только на последней передаче, а еще до этого на несколько передач разъясняли тему того, что правильное понимание веры, то есть правильное подчинение Аллаху, каким образом оно выглядит и как оно должно быть, правильное поклонение Аллаху. И то, что двери к этому поклонению лежат через пророков и непорочных людей. То есть принимая их и правильно понимая их, человек приближается к Аллаху. Могли бы продолжить? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا أدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين يا прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3. Да, совершенно верно, мы говорили о том, что условием единобожия, и это чуть ли не половина священного Корана. То есть я точно не буду, конечно, в процентах говорить, но очень большая часть священного Корана подчеркивает это, говорит об этом священный Коран, что условием единобожия является божественное руководство. Что значит, когда Бог говорит: «Аль-яума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакум аль-ислама дина»? Сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию. Сегодня довел до конца своей милости, и сегодня доволен исламом как религией. Что это означает? Когда этот аят был ниспослан? Мы знаем, что этот аят был ниспослан тогда, когда его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, назначил после себя наместника, то есть указал на божественное руководство, то есть на человека, на руководством которого доволен Бог, на руководство которого указал Бог. И это спустя более 20 лет проповеди. Более 20 лет, почти 22 года посланнической миссии. Спустя 22 года Всевышний, обращаясь к его светлости посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Я юхар расуль, баллиг ма унзила илейка мин раббик, ва ин лам тафал, фама баллагта рисалата». «О посланник, донеси то, что тебе было ниспослано. Если ты этого не сделаешь, то ты не выполнил свою миссию, то ты не исполнил возложенную на тебя ответственность, обязательства». И в толковании мы обнаруживаем это в Тафсиру Табари, Дурруль Мансури и множестве других книг говорится ясно и двусмысленно, что это было ниспослано в тот день, когда его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, объявил о своем наместнике, о своем преемнике, о следующем имаме, о следующем божественном руководителе после себя. То есть 22 года его светлость занимался распространением, превратил весь Аравийский полуостров в многобожников, но он не выполнил свою миссию, не выполнил бы свою миссию, если бы не сделал бы этот шаг, не назначил бы своего преемника, не назначил бы следующего божественного руководителя. И тогда Бог говорит, когда его светлость озвучил: «Аль-яуми я исалладейна кефару», «Сегодня потеряли я исалладейна кефару миндиникум», «Сегодня потеряли надежду на вашу религию те, которые не уверовали». «И сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию». То есть без этого, без божественного руководства, религия несовершенна, она имеет недостатки. «Атмамту алейкум ниъмати». И милость Бога не доведена до конца. Это условие. Обратите внимание, вы Суре Ибрахим, 28-м аяте, который мы ранее разъясняли, сказано: «Алам тара иля ладина баддалу нимат Аллахи куфра, ва халлу каумахум дар аль-бавар джаханнам». Разве ты не видишь тех, которые поменяли милость Бога на неверие? Милость Бога поменяли на неверие, ва халлу каумахум дар аль-бавар, и сделали возможным для своих людей, для своего народа, сделали возможным обитель разрухи, джаханнам, ад. То есть поменяли милость Бога на неверие. И
в аяте, в котором говорится: «Сумма латусалунна яума идин анин наим», в тот день вы будете спрошены о милости Бога. «Сумма латусалунна яума идин анин наим», вы будете спрошены о милости Бога. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, дело в том, что этот аят очень скверно толковался и до сих пор некими толкуется этот аят. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, людей, которые так понимали этот аят, пригласил к себе домой. Его светлость. Каким образом они понимали? Я сейчас объясню, потому что в предании, в этой истории это разъясняется. Его светлость имам Садык, алейхиссалату вассалам, пригласил их домой и приготовил невероятно вкусную еду. И когда он угостил их этой едой, это были ученые, толкователи священного Корана, в том числе из числа суннитов, суннитские были деятели, которые, кстати, до сих пор понимают этот аят так, как понимали эти люди, гости имама Садык, алейхиссалату вассалам. И когда они поели, испробовали из этой еды, они сказали: невероятно вкусная еда, мы никогда такую вкусную еду не пробовали. И один из них сказал: «Сумма латусалунна яума идин анин наим», что нас будут спрашивать об этой еде в судный день. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, тогда разгневался и сказал: «Разве вы, арабы, такие? Разве когда вам, к вам, к арабам, приходит гость, и вы его угощаете, даете ему кров и так далее и тому подобное, ухаживаете за ним, вы что, потом спрашиваете, как он, спрашиваете потом за это с него? Как вы скверно судите о Боге? Вы то есть считаете, вы сами не делаете того, что думаете, что Бог готов сделать? Да. Вы считаете для себя позором и недостатком то, что приписываете Богу. Бог не будет спрашивать: «Латус сумма латус алуна яума идин анин наим», в тот день вы будете спрошены о милостях. Речь не идет о том, что вас угостили здесь едой, вас угостили, что Бог дал вам еду и так далее и тому подобное, вот эти вот милости, материальные милости, что он за это будет спрашивать вас в судный день. Нет, Бог даровал вам нечто, за что будет спрашивать, за что по-настоящему будет спрашивать, милость, которую будет спрашивать. Это та милость, которая могла бы принести, если бы вы этой милостью воспользовались, могла бы принести пользу вам самим. Представьте себе, отец, например, покупает своему ребенку, например, конфетку, а потом спрашивает с него за эту конфетку. Разве это подобающе взрослому? Но представьте себе другую ситуацию. Отец предоставляет своему ребенку все возможности, чтобы он получил хорошее образование. Для себя самого, не для отца, а для себя, чтобы получил образование, нашел хорошую работу, построил семью и так далее, чтобы имел возможность развиваться. Создал ему такие условия, например, нанял ему учителей, репетиторов и так далее, и так далее. Вот за это отец может спрашивать с него. Почему? Потому что он дал ему то, что могло бы принести ему самому пользу, если он этим не воспользуется. А представьте себе, сын не учится, не пользуется этой возможностью и тратят эти возможности впустую. Тогда отец спрашивает, так же и Бог. Бог дал человечеству то, что могло бы быть причиной прогресса для него, а именно божественных руководителей, имам Садык, алейхиссалату вассалам, и потом имам Рида, алейхиссалату вассалам, пересказывал своему окружению, в том числе некоторым суннитским ученым, с которыми он сталкивался, рассказывал об этом толковании имам Садык, алейхиссалату вассалам. То есть это предание дошло до нас от имам Садыка и от имам Риды, алейхиссалату вассалам, алейхиссалату вассалам. То есть наим – это божественное руководство, это руководство его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. Как вы этим воспользовались? Или вы сказали: мы не спасали китабан анзальнаху литухриджан наса мина зульмат или нур, мы не спасали тебе книгу, чтобы ты выводил с помощью этой книги людей из тьмы к свету, а они говорят: хасбуна китабуллах. Мы за это будем спрашивать, а не за то, что они кушали. С вашего позволения, я хотел бы напомнить еще такую историю, когда я против Амали алейхиссалам воевал человек, читая аят Корана: «Амма ятаса алюн анинаба иль азим». И когда имам Али услышал этот аят, говорит: «Что за аят читаешь?»
какой аят ты читаешь, и с этим аятом воюешь против меня. Он ему прочитал этот аят, он говорит, ну ты хоть понимаешь, что этот аят обо мне? То есть я это великая весть, о которой вы будете спрашивать, то есть о которой спрашивают, и в которой есть разногласия среди людей. То есть по поводу его вилаята, по поводу руководства, аля алейхиссалам, есть разногласия среди людей, они по этому поводу спрашивают. То есть люди, даже брая те аяты в пример, читая такие аяты, воевали против имама, они не понимая их смысла. Как вы привели историю, где человек говорит, что будет спрошен за неймат и за милости Аллаха, не понимая того, что является милостью Аллаха. Да, совершенно верно. То есть мы, ну, здесь опять-таки, я повторяюсь, мы говорили об этом неоднократно. Здесь очень много всего, что подчеркивает этот момент, что божественное руководство, аль-вилая, аль-имама, имам, божественный руководитель, является условиями единобожия. Без них невозможно достичь этой обители. Невозможно избавиться от страхов, невозможно быть «фаля тадж'алю ма Аллахи иляхан ахара» из числа тех, которые не берут других божеств наряду с единым Богом. Только с помощью них, только с помощью войдя в этот дом «фи буютин адина Аллаху ан турфа ва юдкара смуху». Только через те дома, которые были возвышенные, те, которые в которых произносится имя Бога, через эти дома, которые являются домами пророков, и в частности, когда мы говорим о его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это дом ее светлости Фатимату Захра, саламуллаху алейха. То есть только через этот путь можно достичь единобожия. Так же, как и ширк, так же, как и неверие, так же, как и многобожие было распространено определенным условием, через определенные двери, через определенные. Поэтому, когда мы в Священном Коране обнаружим шаджаратин хабиса, здесь мы обнаружим толкование амияды. Через они распространили неверие. И все то неверие, которое мы, то, та цивилизация неверия, которую мы имеем, их плоды. это плоды их трудов, это плоды их работы, это плоды трудов тех людей, которые говорили «хасбуна китабулла» и говорили, что пророк бредит. Они окутали мир этой тьмой, вывели человечество из света ко тьме. Уважаемый шейх Гурбан, мы прервемся небольшую паузу, после чего продолжим. Иншаллах. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами после небольшой паузы, мы продолжим данную тему. Уважаемые телезрители, мы прервались на большую паузу, за которой обсуждали очень важную тему. Уважаемый шейх Гурбан, вы говорили о плодах тех людей, из-за которых сейчас на данный момент мир окутан тьмой, именно мраком, имеется в виду, покрыт божественный свет, он не виден практически. Да, после его светлости посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы видим, что возникло движение сакифы, то есть под навесом, то, что
произошло, это было новое движение, движение, которое было как раз-таки нацелено на то, чтобы потушить этот свет Бога, вне зависимости от того, осознавали эти люди, что они делали или не осознавали, потому что они уводили человечество, уводили в первую очередь мусульман, верующих, и умму его светлость, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, от божественного руководства, от имама, от условия единобожия. И с этого началось, и чем дальше дело продвигалось, тем хуже становилось, пока дело не дошло до аммиядов и так далее, и тому подобное, и аббасиды. Все это были те самые люди, которые... То, что в Священном Коране сказано «Тагут юхриджунаху минан нури иля зульмат», которые выводят этих неверных, выводят заблудших из света ко тьме. Это были все это было из примеров этого аята, этого священного аята, которые в разных степенях, в разных формах, разными средствами поднялись на войну с божественным руководством. И здесь мы обнаруживаем, что, обратите внимание, то здесь сам дьявол, когда говорит «Ля узайинанна лахум филь арды, ва ля угвиянахум», «Я буду приукрашивать», это очень важно, этот аят очень важно. То есть эти люди, их деяния были приукрашены в их глазах. Люди, которые следовали за этими лидерами, за этими имамами неверия, их деяния были приукрашены в их глазах. Они не понимали, что творили. И это важнейшая работа, которую выполняет дьявол. И приближенные дьявола из числа людей и джиннов. Это важнее. Они приукрашивают, они искажают истину, они преподносят ее в другом свете. И то же самое в современном мире, это ясно обнаруживаем, обратите внимание, это омерзительнейшая цивилизация под названием западная цивилизация, омерзительнейшая по своей сути, по своему нутру, по своему свойству, по своему качеству, это уродливейшее явление, это омерзительнейшее явление. Но при этом сколько людей этому симпатизируют? Как мы этому симпатизируем? Потому что «ля узайинанна лахум филь арды». Я буду приукрашивать им для них на земле и буду выводить их с правильного пути, буду выводить их с пути. Они сами, эти тагут, эти лидеры неверия, те люди, которые выводят, они сами поражены этим многобожием, они сами поражены страхом, они сами поражены беспокойством. И хотят это беспокойство распространить на всех остальных, как дьявол. Дьявол почему? Когда сказал... قَالَ رَبِّي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ. Когда дьявол это сказал? Когда его постигло... Почему его постигло? Потому что он возгордился, истикбар, гордыня постигла дьявола, и эта гордыня вывела его из этой обители безопасности и спокойствия, коим является единобожие. Он восстал против Бога, восстал против единого Бога, вышел из этой обители безопасности. Его постиг страх. Он оказался в обители разрухи, в обители уничтожения, Дар-эль-Бавар. В обители разрухи оказался, в том месте, где нет никакого спокойствия, нет никакой умиротворенности, есть только страх. Невероятный страх, есть беспокойство, есть стресс. И тогда он говорит «Ля узайинанна лахум филь арды, ва ля угвияннахум». Я приукрашу для них на земле. И эти люди, которые эти тагуты из числа людей, которые были после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, до сих пор имеются, и до сих пор, чем дальше, тем больше, потому что в предании говорится «Ямля Аллаху бихиль арда кистан ва адла кама мулиат зульман ва джаура». Аллах, единый Бог, с помощью его светлости имама Махди, аджалаллаху фаражаху шариф,
потомка ее светлости Фатимату Захра, саламуллах алейха, наполнят мир справедливостью. Точно так же, как этот мир был наполнен несправедливостью и гнетом был наполнен. То есть мир этот должен наполниться несправедливостью и гнетом. И к этому ведут определенные люди, которые сами поражены этим страхом. Они, заболев, они поразившись истикбаром, гордыней, сами оказались в этой обители, обители страха. И как пораженная клетка в теле человека, сами поразившись, хотят поразить все остальное. Как действует, например, рак. Поражаются определенные клетки, которые далее поражают все остальное тело и уничтожают полностью тело. Так и действует тагут. Они сами во тьме и хотят вывести все остальное человечество. Каким образом? Приукрашивая. И здесь появляется симпатия. Потому что борьба, которая ведется между тьмой и светом, она беспощадна. Она ведется за каждый миллиметр, за каждый сантиметр. Любая симпатия, любая любовь, любое изменение взгляда в ту или иную сторону является решающим в этом сражении, в этой борьбе. Играет просто колоссальную значимость во всем этом. И эти люди, современная цивилизация, вот эта вот западная цивилизация при всей своей омерзительности вызывает симпатии, в том числе и у мусульман, в том числе у верующих, в том числе у богобоязненных. Почему? Потому что для узайенанна лахум филь ард, я буду приукрашивать для них омерзительное, при всей своей омерзительности. Они пытаются, эта самая цивилизация, которая вне всякого сомнения не могла бы существовать без амиядов, без вот этих таутов, которые восстали против божественного руководства после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Эта цивилизация, которая является плодом этих таутов, эта цивилизация сражается беспощадно. Они идейно сражаются, то есть это не случайное стечение обстоятельств, ничего подобного. Это идейная борьба за каждое. Они пытаются подчинить себя верующих. И эта борьба, с их точки зрения, с их позиции, должна продолжаться до тех пор, пока не будет всему человечеству, каждому отдельности взятому верующему навязана их точка зрения. Именно поэтому мы обнаруживаем многие те действия, которые они совершают. То есть здесь никакими средствами они не ограничиваются, не останавливаются вообще ни перед чем. Нужна будет война, нужно будет убийство, они это сделают, как это сделали они в Ираке, как они это делают в Афганистане, как они это делают в Сирии, как они это делают в Палестине. Все это нужно для того, чтобы подчинить себя веру, чтобы не дать вере раскрыться, не дать свету раскрыться, покрыть полностью все светом. Они не согласны и не смирятся ни с тем, чтобы хоть какая-либо крупица этой веры, этого света куда-либо просочилась. Они хотят полностью ее подчинить. Но помимо военных методов, самый важнейший вид борьбы, который используется, это, конечно же, то, что называется информационная война. Это мягкая сила, это не сила, подобная оружию. Что оно из себя представляет? В чем суть этой мягкой силы? Суть ее заключается в том, чтобы из вражеского солдата сделать своего собственного солдата, чтобы враг служил тебе, а не ему. Смысл информационной войны в этом и заключается. Когда две страны воюют, например, одна страна, ведя информационную войну, что делает? Он подчиняет общественное мнение во вражеской стране, перетягивает на свою сторону. В своих целях используют. Используют в своих целях, чтобы это общество, эта группа людей служила ему. И точно так же происходит с нами. Хотят подчинить, что хотят изменить, хотят свернуть общество верующих в ту сторону, симпатии. Здесь мы обнаруживаем внешне привлекательные вещи, красивые вещи, то, что нам нравится. Здесь появляется вкус. Они изменяют наш вкус через эту красоту. Что это за красота? Это внешняя якобы нравственность. Обратите внимание, для верующих, для мусульман современного мира нравственностью стало то, что
западная цивилизация считает нравственностью. Это 100% так. Это однозначно так. И здесь они приукрашивают, Этика. одни прикрашивают в наших глазах однополые браки. Это самые яркие примеры. Просто это не такое страшное дело, как то, что глубже лежит в этой цивилизации, в цивилизации западной. Это на поверхности, то, что понятно каждому верующему через призму священного Корана, через призму откровения, естественно, приукрашивают, а то, к чему призывает ислам в отношении этого омерзительного деяния, они это пытаются преподнести в омерзительном свете. То есть меняют постепенно, шаг критерии, за шагом, да. Меняют критерии, меняют вкусы, меняют взгляды. И это есть самый опасный вид. Это намного страшнее то, что они делают, например, нападая на ту или иную мусульманскую страну, разрушая ее, убивая людей. Это намного страшнее. Почему? Потому что они обрекают халлу оумахум дар аль-бавар, обрекают народы, людей обрекают на обитель разрухи. Они уводят за собой в обитель разрухи, в обитель страдания и страха, уводят за собой целые народы через это, через эту мягкую силу, через подчинение вкусов и предпочтений людей своим вкусом и предпочтением, своим взглядом. А вот эта вот красота, это ля узайенанна лахум фил ард, это нечто омерзительное, но приукрашенное. Их нравственность, их культура, их достижения, все, что у них есть, это всего лишь ля узайенанна лахум фил ард. Это то, что приукрашено дьяволом в наших глазах. А суть ее омерзительна. Потому что оно противопоставлено божественному руководству, оно противопоставлено единобожию, оно противопоставлено обители спокойствия и безопасности и ведет в обитель разрухи. Как это может быть красивым, как это может быть прекрасным, то, что ведет в обитель страха, то, что обрекает человека на вечный страх, на вечную разруху, на вечное беспокойство, на вечную потерю безопасности. И та безопасность, которую они предлагают, это всего лишь видимая красота, которую они предлагают, нравственность, которую они предлагают, это всего лишь видимость безопасности, видимость спокойствия. Сами они живут, погрузившись в страх, погрузившись в беспокойство. Каждая секунда, каждая доля секунды человека, который примыкает к этой цивилизации неверия, как бы ее ни западная цивилизация, как хотите называть, обрекает себя на беспокойство, обрекает себя на постоянный страх, на постоянное чувство отсутствия безопасности. Но это немножко мы отошли от обсуждаемой нами темы. Обратите внимание, то есть мы говорим о чем? Говорим о том, что это божественное руководство является единственным средством достижения единобожия. Обратите внимание, его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Масалу ахли бейти, масалу сафинати нух, ка масали сафинати нух». Мой дом, люди моего дома, ахли бейт, обитатели моего дома, и подобны ковчегу Ноя. Что говорит священный Коран о ковчеге Ноя? Когда сын Нуха, алейхиссалама, отказался подниматься на его ковчег и сказал: «Каля саави иля джебалин ясимуни мин альма», я поднимусь на гору, которая спасет меня от воды, от потопа. «Каля ла асим альяум мин амриллахи илля ман рахим». Нету никакого спасения. Нету спасения от приказа, от решения Бога. То есть единственным спасением был ковчег Ноя, ковчег Нуха, алейхиссалама. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Масалю ахли бейти, масалю сафинати Нух». Это достоверное предание, признанное всеми мусульманами. Пример моих обитателей моего дома, коим является Фатимату Захра, саллаллаху алейхи, во главе которого и главной причиной того, что этот дом существует, есть Фатимату Захра, саллаллаху алейха, этот дом подобен ковчегу Ноя. То есть нет никакого другого спасения. Есть только одно спасение через этот дом, через это семейство, через
этих людей нету никакого ла асима мин амриллах, нет никакого спасения от решения Бога, как сказано в Священном Коране. Спасибо, уважаемый шейх Курбан, большое. Спасибо. На этом передача наша подходит к концу. Я вынужден с вами на этом моменте попрощаться. Спасибо большое, что Спасибо. Приходите в студию, разъяснять эти важные темы. Приношу вам вновь свои соболезнования. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассаламу ва рахматуллах ва баракату. Уважаемые наши телезрители, а на этом передача наша подошла к концу. Я с вами вынужден попрощаться. Иншаллах, встретимся на следующих передачах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.